поздравления на лучшие пожелания от имени йеменского руководства, правительства и народа. Вопросы, связанные с НАТО, нами не обсуждались. Что касается общей постановки вопроса, то я могу подтвердить нашу негативную позицию в связи с планами расширения. Самый подробный комментарий я изложу в двух словах. Поживем, увидим. Тогда надо сделать вывод, что главу администрации Ростовской области выбрали по фантикам. Это родиться без зачатия, в принципе. Поэтому мы считаем, что... Военная стратегия направлена на расширение блоков себя изжила. Надо идти в следующий век с более гуманистичной и дальновидной политикой. Что касается Клинтона, у него выборы на носу. Там много голосов, особенно в районе Буффало и Чикаго. Поляков вот пытаются это, видимо, использовать. Геннадий.